Алло? Здравствуйте. Комендантский 32 на третьем этаже. Душечка продается? Да. Вы звоните по объявлению, да? Да. Скажите, пожалуйста, там прямая продажа или же встречка? Вы знаете, прямая. Пока прямая продажа. Угу. Просто у меня залог внесен, мне срочно нужно выходить на сделку. Подходит вам такой вариант? Вы знаете что, это вы агент или вы для себя покупаете? Для себя. Вы для себя покупаете. Вы имеете в виду какой вариант? То, что вы хотите купить? Ну, то, что я не застряну с вами. У вас вот документы готовы уже к продаже? Если у вас прямая продажа, не встречка. Вы можете выходить уже на сделку? Да, это моя собственность, да, я сама продаю, да, могу. Хорошо, когда можно посмотреть вашу квартирочку? Когда можно посмотреть? Ага, сейчас я подумаю, а когда бы вы хотели посмотреть? Я могу сегодня посмотреть, уже после 17-18. Ага, после 17-18. Ну, вы знаете что, сейчас я вам буквально в течение 20 минут перезвоню, хорошо? Хорошо, как вас зовут? Меня Надежда? Меня зовут Татьяна. Татьяна, вы собственник, да? Да, я собственник. Угу. Татьяна, собственник. Хорошо. Татьяна, я жду вашего звоночка, телефончик у вас высветился. Да, высветился, хорошо. Я вам перезвоню, спасибо большое. Да, взаимно, всего доброго. Угу. Сегодня у нас седьмое число, 10:15, так что вот такие вот дела. Татьяна Салмановна, Мактум, Сейфуддин, это...